Привет, ребята! Вы на канале Сяня Масяня, и я продолжаю снимать рубрику Playmobil. И сегодня мы будем играть в такую вот игру. Я, к сожалению, забыл, как она называется, но ничего страшного. Сейчас давайте включим музычку. Вот такая музычка. Я играю за обычный джип, я ее вот недавно скачал и только совсем чуть-чуть заработал 43 тысячи, ну это немножко. Я планирую сперва с вами накопить на карту, на Луну, и потом уже накопить на вот такой вот, где ты, а вот он, на такой вот джип, супер джип. 4x4. Поэтому давайте играть пока что с обычным джипом. Так, Луна. Сейчас. Вот на эту. И все. И давайте наконец приступим. Едем. К сожалению, у меня этот джип вообще даже совсем чуть-чуть не прокачан. Так, все же давайте я музыку уберу. А, нет, пока что нельзя. Прикольная игра, очень всем советую. Так, я хочу вам посоветовать два канала. Злой Кросс ТВ, подписывайтесь на него. И Мандарин Шоу. Сейчас там идет конкурс на персонажей. Мандарин Шоу делает обалденные... это просит, чтобы ей озвучили... несколько персонажей. Всего там нужно примерно 12 персонажей. И пишите в комментарии, чтобы то, что вы хотите быть ее персонажем, и она вас позовет на озвучку. Еще раз повторяю, канал Мандаринка Шоу. Так, блин, давайте я тогда звук. Я все-таки выключу нашу музыку, чтобы она нас не отвлекала. И давайте поедем так. Трам-пам-пам-пам-пам. Блин, все-таки, наверное, скучно так без музычки. Ну ничего, я добавлю свою сейчас музыку. Трам-пам-пам-пам. Трам-пам-пам. Вум-вум, все, у нас уже, ребята, 50 тысяч. Нам осталось так-то еще много. Где-то 100 тысяч с лишним еще нам осталось. Трам-пам-пам. Трам-пам-пам. Кстати, сегодня я уже снимал одну рубрику, это Playmobil Minecraft, и это Playmobil гонки будет называться, ну или просто Playmobil рубрика. Ой, блин, дальше не движется, надо раскатать. Опа-на, блин, я почти сальтуху сделал. Ну ничего страшного, к сожалению, нам придется все-таки прокачать. Или не будем. Да, я все-таки прокачаю хотя бы по одному. Вот хотя бы так давайте. Во, видите, она уже стала быстрее ехать. Где-то будет это видео где-то примерно 15 минут. Кстати, вы заметили то, что персонаж здесь тоже такой новогодний. Это значит, у этой игры было обновление новогоднее. Да, значит, было обновление новогоднее. К сожалению, здесь ничего практически не поменялось. Но ничего страшного. Наверное, вам все-таки скучно, что я езжу, типа, без музыки.
Так, давайте дальше. Едем, блин. Ой, блин, все опять. Там же застряли. О! Оба-на, я сделал сальто. И давай еще раз. Сейчас еще раз катаю. Бум! Ай, блин, нет, погиб. Ну, а сейчас я включу музыку и просто буду ездить. Так, где тут у нас музыка? Пау! И буду просто кататься, и все. Ну, блин, ребята, опять погиб. Кстати, ребята, я сегодня планирую накопить только на карту, а в следующем видео я уже накоплю на нашу, на наш мега-джип. Так. Просто катаюсь и все. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тополя. Ну, блин. Давайте я все-таки сейчас поставлю на паузу и потом уже покажу это, что у меня получилось. Итак, ребята, я сыграл всего лишь 2 игры, и у меня уже 73 тысячи. Это очень хорошо. Ну и давайте продолжим. Так, едем. Блин, вам, наверное, скучно. Поэтому я не знаю. Я думаю, вам интересно смотреть, как я прохожу. И, кстати, пишите в комментарии, какие вы хотите игры, которые я снял в этой рубрике Playmobil. Пишите там Shadow Fight 2 или еще какая-нибудь Mortal Kombat, например. Или стрелялка какая-нибудь. Пишите в комментарии обязательно, какую вы хотите игру, чтобы я снял в этой рубрике. Опа, у нас уже 80 тысяч. Это очень хорошо. Я иду на новый рекорд. Все, я сейчас поставлю новый рекорд.
скоро у меня уже будет 100 целых 100. Оба-на, куда я ушел? Ну вот, я уже разбился. Ну и все, наверное, на этом мы будем заканчивать. А кто хочет, чтобы я снял вторую часть этой игры, давайте наберем под этим видео 10 лайков, и тогда вторая часть будет. Ну а с вами был Сяня Масяня, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и всем пока!